Господь собрал нас на этом месте не просто так. Я думаю, Господь собрал нас для того, чтобы открывать какие-то свои истины, чтобы научать нас, посвящать, чтобы мы еще более приближались к Нему. Хотел бы начать свою проповедь с того, что среди верующих людей есть, так скажем, три типа. Те, кто просят и дожидаются, те, кто не просит, но ожидает все-таки, и те, кто не просит и не ожидает. И очень важно нам быть в числе первых. Матфея, 15 глава, с 32 стиха написано: «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпусти же их, не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге“». Господь проявляет инициативу к нам. Он желает помочь нам в нашей нужде. Он видит, в чем мы нуждаемся. И причем Он видит это всегда. Добрые мы или злые, просим мы Его об этом или нет, Он знает, что нам нужно. Наша цель заключается в том, чтобы мы оставались в вере и дожидались ответа от Него вместе с Ним. В 33 стихе дальше написано: «И говорят ему ученики его: „Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?“» 3 дня люди были в пустыне с Иисусом, и понятное дело, что они хотели уже есть. Некоторые из нас не могут высидеть собрание, да? А там люди 3 дня пребывали с Иисусом в пустыне. И я думаю, что некоторые из этих людей, они тоже не дождались вот этого 3-го дня и пошли искать себе пищу сами. В Матфея, 15 главе, дальше, 34-37 стих. «Говорит им Иисус: „Сколько у вас хлебов?“ Они же сказали: „7 и немного рыбы“. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломив и дал ученикам своим, а ученики народу, и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных». Отсюда можно сделать вывод, что люди, которые остаются с Иисусом, они находятся в более выигрышном положении. Эти люди ждали ответа на свою нужду, ну, именно о пище, и они получили его. Более того, они, получается, не просто получили ответ, ну, то есть, поели, а написано, что они ели и насытились, то есть, ели они много, в избытке, еще даже осталось. Вот. Я думаю, те люди, которые ушли с этого места раньше, они тоже не остались голодными. Но дело в том, что, получается, они решали эту проблему уже своими силами. Они решали эту проблему за свои средства. И они могли позволить себе столько, сколько, ну, было, скажем, не в день. То есть кто-то поел нормально, кто-то из бедных поел чуть-чуть. Но дело в том, что люди, которые дожидаются ответа от Бога, они всегда находятся в преимуществе перед теми, кто решает свои проблемы своими силами. Господь пообещал нам, что Он будет заботиться о нас, и мы должны верить этому и ждать ответа от Него, тем более, если мы просим об этом. Те, кто дожидается ответа от Него, всегда получают больше, те, кто не дожидается. Филиппийцам, 4 главе, 6 стихом написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». И мне бы хотелось молиться о том, чтобы нам ждать именно этого ответа от Бога, а не бежать, как говорят, вперед паровоза, потому что Господь лучше знает, что нам нужно в нашей жизни, и делает для этого в свое время то, что надо. Помолимся, поблагодарим Бога.